Пойми, на этот раз бой не начнем сейчас. Прощения просим, если сильно напугали вас. Не так страшно. Я всем приветствую, кстати, сегодня поиграю Overnight 2. И, короче, сейчас скачал, где будет четвертая ночь. Надеюсь, она работает. Потому что... А чё... А чё не на русском это? Окей, я побежал, короче, не знаю. Если меня никто не будет нападать. О, маринетка уже завелась. И развелась. Здравствуйте. Я вас закрутил. Мангл видно здесь, не согласен. Мангл. Что здесь фига-то было? Так, я закрутил маринеткой что-то там. Что-то там, да? Можно посмотреть, что там заключено. И не знаю, что там заключено. Нифига себе. Я, конечно, не ожидал, я и не слушал. Но я не думал, что какой-то там... Яр, ты что, втащить, что ли, или что? Какой там... Сумасшедший. Решил на меня выпрыгнуть. Ты. Я тебе сейчас прокликаю, хочешь? Ну и все. Я пошел. Закручивать марионетки. Как это странно бы звучало. Ну и чё, где там? Кто? Один час ночи. Ну чё? А у меня, короче, этот... Охранник, кстати, я не могу пойти... Чё? О, у меня ног. Beach place, next door. Чё? Я не знаю английский. Извиняйте уж. А чё прикол? Чё за двери, чё за там, чё такое? А может за ней сгонять? А, она уже сама тут. Да смысл? Под стол. Надеюсь, она меня не втащит под столом. Нифига себе! А давайте, пожалуйста, не надо. Как я из-под стола вылез? Улетаем. Убегаем. Ой, ты еще там! И что мне делать? Угу. Так. Чё это сейчас было? Меня чуть не поймали, два аниматроника, и я проехал между ног у них, короче, так. Мию! Пуля я проехал. И как это получается? Получается, что они сейчас за мной гоняться будут, да? Здорово, мерседесеры. Бой, да ты... А вы чё, кушать будете? Ты чё под стол залезь? Да ну иди нафиг, а. Только Мангл не идите, пожалуйста. Да, он там валится в другую сторону. Фиолетовая. Не, ну я как бы что-то вообще не очень хорошо себя почувствовал в тот момент, когда я сидел около офиса. А, ну вот и все, и валите туда подальше. Зачем вы мне нужны? Да я сказал, уйди отсюда. Я так сквозь стулья как бы хожу. Да вы еще сюда Фоксиана Фредди добавьте, я такой, нифига себе, что-то... Не, надеюсь, если сейчас Фредди появится, я такой... вообще... Чё буду делать? Я кто там ходит? Я вижу что-то там ходящее, либо... Да чё, я к Маглу пошла, вышла... Да, правильно, вали оттуда. Маглушка моя, а ты, курица, иди отсюда, я тебя сейчас съем. Ляп, и всё. Какие шейдеры красивые, а? 4 часа утра, и это... Что-то у тебя провода торчат. Да, есть такой шампунь, который заставляет торчать волосы. А вот ты, короче, наверное, мылом или чем помыла, короче, свои провода, что ли, торчать начали. Фига, как у меня ты... Это батарея быстро уходит, когда я отсюда. Фига ты ходишь? По звуку кажется, что ты ходишь быстрее. А где марионетки? Правильно, вали в пука.
Чего? Там было написано? Да не говорите, что мне скримах дадите тогда, когда я буду не ожидать этого. Давайте плиз без этого. Значит, там, типа, рифа готов, и что там такое было? Я не прочитал до конца, потому что я не успел. Я только посмотрел на тексты, потому что я уже прятался от боли. Я тебя сейчас закликаю, ты. Я кликаю быстрее, чем ты ходишь. Чё, не ожидал, да? Вот и вали отсюда, правильно. А у меня что-то вообще плохое предчувствие такое. Да он ко мне уже бежал. Пожалуйста, давайте без этого. Без всяких приколов, страшных фишек, ломающих, которых... Он ещё, блин, под стол залезет, я не удивлюсь, да? Чика, я думал, это Фредди вышел. Здравствуйте, красный. Фиолетовый заяц Бонни. Здравствуйте, Чика, желтый курица. Да уйдите от меня нафиг, вы чё? Я ещё... Опа, а чей это глазак? Угу. Ты чё, марионетка, что ли? А я не могу посмотреть. Это понял. Две точки как-то поставили, чтобы было типа напугать. Все что ли? А пятую ночь? Вы чё? Ну, четвертую ночь мне было так страшно, значит погоняем еще раз. Я уже хочу погонять, побегать. Так. Я опять этого звука испугался. Вы чё так резко вы делаете? Я не или ждал его. Я все прям. Вот так хочу. А! Должен выйти? Типа пошел в жопу. Не заметь, что Даниэль говорил с тобой, типа, себе не знай. О, куда я ушел? Вау! Сейчас меня втащат. Осторожно, не надо, плиз. Я что-то уверен, что сейчас будет что-то плохо. Сейчас в машине марионетка будет. Я просто красивое видео довидел красиво. Вы уехали домой, но быстро. Херт, что такое? Но голова полностью тебе, как надо играть? Включать свет, так, я не помню, короче, как его, я зачем, не помню, мне перевод, короче, плохо, я английский. Я слышу звук, я ищу машину. Где я? Ты куда? Где я? Я не знаю, что я делаю, мне страшно. 7 часов, 7 хаус. А что я должен искать? Вырубись. Ты пугаешь? Я что делал? Ты что ты пугаешь? Капец. Что это сейчас было? Меня аж... передернула. Ты что за мной следишь? Ты помойка, ты испугала меня. Чё ты мне свои красные глаза показываешь? Я опять уйду, сейчас опять они крикнут, я обсерюсь, короче, все хватит. Ты тоже тварина, ты бесишь меня, ты как ты сделала так, чтобы я испугался? Я по... Чё? А тут сможешь меня за мной следить? Ты, китайская модель. Ах, я сейчас только на тебя бомбить, я решил повернуться и же силой отлететь. Такой у меня вообще. Ага, я не испугался. Ну чё, я не знаю. Играть там — это жопа. Бегать от них — тоже жопа. Короче, поехали. Ты чё? Ушла своя кровать? Нет! Ушла! В смысле? Чё за прикол? Как? Не понял прикола. А что мне с ней делать? Окей, ладно, это буду заканчивать, потому что я не могу понять, что делать, потому что я свечу, она сама лезет ко мне. А типа, что, я к вам лезу, да? Я к вам залезу сейчас. Войдёт сейчас кого-то, наверное, по сути.
Капец, как меня так испугало. Да, на этом будет заканчиваться. Был Фоксиан, давайте подписывайтесь, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, потому что если вы не видите... если вам не приходит оповещение о видео, значит вы его не увидите. Если вы не увидите, то я обижусь, потому что я делаю для вас. Логично, все логично. Надеюсь, вы это сделаете, потому что мне будет очень приятно, да. Напишите комментарии, как... Чё вообще... Как ваше впечатление о том, как я чуть не сдох морально от этого. От этой монетки, которая... Так, если перед тобой вылезла, короче, я вообще... Да. Всем пока и удачного дня. Хочется мне лишь на сцену войти, но могу мечтать об этом только взаперти. Не стой ко мне спиной и не пытайся ты уйти. Я весь гнилой, мой бас пустой, без уста впереди. Одиночество мое свело меня почти с ума.